Добрый день, мои дорогие друзья и гости моего канала. С вами Елена, и сегодня буду готовить для вас мраморное шоколадное печенье. Попробуйте приготовить безумно вкусное шоколадное печенье, которое по-другому называется треснутое или мраморное печенье. Этот эффект получается из-за того, что заготовки печенья обваливаются сахарной пудрой перед выпечкой. Печенье получается нежное, тающей текстурой внутри, а сверху красивой и хрустящей корочкой. Из ингредиентов нам понадобится мука, какао, сливочное масло, сахарная пудра, яйцо, ванильный экстракт, разрыхлитель, щепотка соли. Смешиваем вместе все сухие ингредиенты. Это сахарная пудра, соль и разрыхлитель, какао-порошок. Все ингредиенты заранее нужно просеять. К яйцу добавляем ванильный экстракт и взбиваем несколько минут до однородности. Потом сухим ингредиентом добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Массу переместим в большую тару, туда же следом жидкую массу и перемешиваем до густого массы. У меня масса жидкая, снова буду добавлять 2-3 столовые ложки горькой муки. Уже готовую массу прикладываем пищевой целлофан, закрепляем хорошенько все края и отправляем в морозильную камеру 30-35 минут, чтобы тесто хорошо охватился. Прошло 35 минут и пора формировать печенье. Берем 1 чайную ложку теста и даем круглую форму. Потом прокатываем сахарную пудру, помешаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем 180 градусов в заранее разогретом духовке минут 15-20. Итак, дорогие мои, печенье готово. Смотрите, какая красота! Наливаем кофе или чай. У меня сегодня кофе. Я очень люблю этот печенье пробовать с кофе. Печенье в меру сладкое, хрустящее и очень вкусное. Сегодня буду подавать печенье для моих гостей вот такой красивой тарелкой. И кофе вот такой красивой чашкой, очень нежный, красивый, белого цвета. В комплект входит 30 штук, доставка бесплатная, на неделю отправляет ваш дом, отправки из Германии. Ссылку оставлю под этим видео, если вам понравился, заходите, посмотрите. А сегодня все. Если вам понравился мой сегодняшний рецепт, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр и увидимся очень скоро. Пока-пока. До скорой встречи.